Подобная акция проводится в Сочи уже несколько лет. В канун 8 марта каждый инспектор ГИБДД или полка ДПС, заступая на службу, помимо оружия и спецоборудования, берет с собой букет цветов. В этот день женщин-водителей останавливают не ради фиксирования нарушения и выписывания штрафов, а чтобы поздравить с 8 марта. А вместо копии протокола о нарушении ПДД инспектор вручает автоледи цветы. Такую оригинальную акцию полицейские проводят прежде всего в целях безопасности. Несмотря на то, что по статистике автоледи на дороге ведут себя осторожней, инспекторы все же напоминали им об обязательном соблюдении правил, особенно в предпраздничные дни. А юные инспектора вместе с цветами вручили тематические листовки и рисунки, как напоминание о том, что соблюдать ПДД необходимо всегда.